Привет, друзья! С вами Раш Нанидзука, и мы продолжаем прохождение игры «Бог войны цепи Олимпа». Итак, я думаю, скоро мы уже встретимся с этой тварью, которая... С этой ящерицей персидской, которая тут все города рушит. Так, тут очередной у нас подарочек. Перо Феникса. Сейчас, я думаю, мы вылезем наружу и столкнемся, наконец-таки. Здесь вот что пособирать-то. Так, стоп. Что у нас тут? 2601. Блин, чуть-чуть не хватает. Вот она, эта тварь лезет. Не понятно, какая-то у них как летучие мышки, перепонки вроде там между лап. Не знаю, кто это. Что это? Надо... Ой, она меня уже к краю подогнала. Кстати, тут не рушится стена сейчас. По-моему, рушится. Или это ей удар засчитывают. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Огонь. Так, стоп, как там у нас? Путь, блин, прыгает. Назад, тварь! Назад, шавка! Так, ну-ка нахер! Ты как-то этот демон на нее не сильно шибко действует. Прыгай, блять! Привычки жму этот. Ворот. Тут надо прыгать. Кусается, зараза. Блин, по-моему, сейчас она меня убьет. Ну, давай, попадай по ней, джин. Хорошо, что из нее зеленая сфера вываливается. Ач! Это что такое? Опусти, сука! Разинь свой рот! Ух ты, блядь! Назад не успевает, что-то как-то тут вот сложнее реагировать, чем призраки Спарты. Ну, видимо, эта же игра создалась и теми разработчиками, которые делали основную трилогию. И это их первая часть из серии God of War. Видимо, они тут еще не совсем освоились, а вот призраки Спарты там уже, да. Там они уже постарались. Сколько раз тебе так шею сворачивать? Блин, жизни вообще ни хрена не осталось. Мочи ее, Джин. Похож он на Джин. Не знаю. Отлично. Долго тебя так колбасит, тварь? Мне уже жизни не хватает. Прыгай, мать твою. Ты потом убьешь в другой серии. Так вот лучше ее колбасить. О! Давай, давай, тварь! Блин, ну не получается увернуться. Кстати, про блок я вообще забываю. Не знаю, поможет он или нет. Если против циклопа не помогал, то тут, наверное, тоже не поможет. Это кровь. Была кровь, значит, она мне попала. Все пытаешься меня сожрать, сука! Не получится! Нельзя просто так взять и сожрать Кратоса. Опа. Что за... Началось за... херня. А, надо к ней подбежать успеть. Блин. Успели это сделать теперь. Блять, давай. Да, сука.
Домой, блядь, ну падай, сука, падай! Не понял, блядь, я ж крутил как мог. Еще сильнее крутить, что ли? Потому что там у PSP аналоги выдерживали. Дубль 2! Это еще не все! О, я собрал достаточно сфер, чтобы прокачаться. Но как раз самое время. Так, так, погнали. Есть. Так, теперь у нас есть циклон хаоса. Циклон хаоса воздуха. Или просто квадрат. Это, наверное, моя любимая мельница, короче. Погнали, друзья. Сейчас, наверное, толку от нее не будет, от этого циклона хаоса. О, нифига, сколько ударов-то. Ой, нет! Сука! Ладно, будем оставить. Нифига все с самого начала! Да вы издеваетесь. А что, и циклон хаоса? Да, и циклон хаоса, блин, не прокачаны. Черт. Ладно, дубль 2. Ладно, я примерно тактику перезнаю, может, меньше жизни потрачу. Ну, хоть какой-то челлендж есть все-таки. Давай, иди сюда! Детка! Я буду краток. Я порву тебя, сука! О, булок помогает. Тогда вообще все чики-пуки сейчас будет. Ой. Че ты хочешь, сучка? Не знаю, мне что-то кажется, что она женского пола. О, в этот раз я вообще что-то быстро ее оприходовал. Надеюсь, тут сложность случайно там как-то не упала. Блин! Жжет, сука, жжет! Тварина! Отлично! Тут... Такое ощущение, что там какой-то проход есть. Ну ладно, сейчас мы это сделаем. Прокачаемся. Такое ощущение, что там в соседних башнях есть проход какой-то. Там лесенка какая-то была нарисована. Может, там секрет есть? Не знаю, можно ли ему войти во время битвы с боссом. Хрен его знает. Ладно, получили мы то, что мы хотели. Да, тут отсюда-оттуда еще не дойдешь. Кстати, что-то жизнь уже убавилась. Так, начинается. Начинается! Давайте попробовать эти стены, может, все-таки можно проломить. Конечно, надо не забывать про эту тварь. Гуляет собака. Опасно. Получается. Ну. После ее смерти там что-то откроется. Удары считаются, да. Значит, можно сломать стену. Ну, давай, ломайся, сука. Я что-то ломаю тут сзади. Блин, меня сейчас убьют опять, блин! Да-да, вот так, рыжик, да, просрал я, лох. Ладно, еще раз, друзья. Да. Что поделать?
Ну, что-то я не знаю, что с этим там. Реально удары считают за стены, что-то дают. Короче, все это неспроста. Может, а, сейчас никак, уже заставка сейчас начнется. Ну-ка. Сейчас ничего не считает почему-то. Сейчас нет. Может, это именно когда вот с ней дерешься, хрен его знает. Короче, я не знаю. А здесь. А, непонятно. Короче. Непонятно. Дубль 3! Фу, как у тебя изо рта воняет. Слушай, ты моей кошке совсем не нравишься. Ой! Главное ее подогнать именно к стене, что получается. Туда, давай, кусайся, кусайся. Все, отлично. Такая тренировка помогает, когда. Буду с этими стенами запариваться, хрен с ними. Может, после ее смерти что-то получится сделать. Но сейчас главное не промахнуть вращение аналогом. Бешеная. Отлично. Опять в одном тоже месте. Ну да, конечно, сейчас мы с ней поворот сбиваем. Все, ладно. Быстренько прокачиваемся и пипец сейчас ей будет. Какие хаосы это называется у нас. Ой-ой-ой. В этот раз она меня даже прикусить не успела, вы заметили? Давай, давай, давай! Смерть твоя пришла! Ящерица! Сюда! Come here! Как бы сказал великий Скорпион. Черт, она еще жива. Не ожидал этого. Что ты, сука? Все, тебе пришел Кратос. Вырывание нижних клыков вместе с челюстью. Бум! Мазафака! Василиск это называлось. О как. Я понял, Василиск такая змея была, это, видимо, Василиск. Это была моя мелкая победа для того, кто весь как призрак Спарта, что ли? Это все, что у тебя есть! Больше ничего! Я хочу больше, мать твою! Для него это все как наркотик, короче, эти все битвы, сражения. Все-таки те два строения так я и не смог разрушить. Увидев солнце, летящее через небо, Кратос понял, что это не знак от богов. Что это, мать твою, такое? Направился к этому горизонту светящемуся. Это было более
Короче, хреново, чем он мог себе представить. Morpheus, the god of dreams, awakened to a world where he and only he wielded power. Короче, в темноте проснулся Морфеус, бог сна. И туман начал, типа, распространяться. Туман этот, который... Короче, дурманящий какой-то туман. Интересно, с какого хера он сюда прилетел вообще? Потому что Кратос поорал. Так, ладно. Кстати, друзья, кто был в курсе, что там за два строения, вот это при битве с этим басилиском, можно ли там их разрушить и что-то там собрать? Просьба, отпишите в комментариях. Мне самому это интересно. У меня почему-то не получилось. Хотя чувствую, что там что-то должно быть. Кстати, какой кнопкой тут съезжать? Что-то L1R1 не работает. Нет этой функции. И, видимо, нет функции такой. Спасайся, кто может. А, вот это крестик, кто позажимаем, блин, короче. Город Марафона. Марафон, наверное, город или город Марафона. Что-то типа того. Идем дальше. Сохраняться пока не будем. Опа, тут уже какие-то... Нечисть какая-то, нежить появилась. А, во, похожие были. Близорки Спарты. У меня теперь есть пиздатый прием. Он здесь. Так, а это секрет или нет? Да, это не секрет. Секрет вот тут за дверью. Просто такой проход так сделал, что не знаешь. Да или нет. На глаза быстрее бы бросились эти доски. Может я уже. А, нет, 836 что-то. А сколько вообще стоит качать этого демона? 3500. Окей. Знаете, уже такие вот из них какой-то дым идет этот, блядь. А, наверное, я так полагаю, что это местных этих жителей, там кто-то у нас в городе. Поселился этот туман, короче, они стали злыми, наверное. Так. Грузил их во тьму. Ну, с башки нормально. Лучники появились местные. Ну что, на кумпол тебя взять, товарищ? Вот это мне нравится. Хорошее набивание. Пустовато. Thank you.
тележка-то не ломается с сеном. Так, друг, ты меня достал. Так, сюда мы вроде не заходили. Это пустота. Все у нас есть. Ладно, все равно сундук откроем, потому что в чем зря стоять будет. Правильно. Что ж так мало-то оставили всего? Я не знаю, что вам Кратос идет. Мощь Кратоса произвела эффект даже на Кратоса. Сейчас что, какие-то видения будут? О! Хорошее видение. Вот это надо защищаться, короче, от тумана вот так вот, да? Типа, ну да, огонь же в тумане, как бы, да, туман развеивает. Давай, пока нас тут не занурманило! Открывайся! Отлично. О! Последний глаз Горгоны. Опа! Наши любимые медузы. Вот они лучники сразу. Как-то мне это не нравится сразу, друзья. В первую очередь надо, конечно, лучников наказать, чтобы тут вот так себя по-крысски не везли. Избавить их от мучений в этой жизни. Ничемной. Потом уже взяться за более серьезных противников. Так, там что, тоже тащить что-то придется? Надо будет поджечь нам сено, да? И через туман, через туман. Что ты там орешь? Так, тут что-то крутить надо. Надо раз, чтобы что-то подожгло где-нибудь. Горело, чтобы нам сено поджечь. Кстати, какая-то медуза немножко не такая, как была в других сериях. Правильно, тут старство Морфеуса, вся херня. Убивается примерно так же. Да! Еще одна появится, нет? Может появиться, ладно, круче. Думаю, она появляется, пока мы крутим. Что мы крутим, зачем? Это же должен быть огонь появиться или что-то? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Вообще это не медуза получается, она же нас в камень не превращает, это типа сирена, которая орёт прям своим. Говорится, залепи свое дуло! В жизни есть, отлично. Так, ну а что мы сдвинули-то? А вот копье с... доступно. Горящее. Или факел, что это? Факел какой-то большой. Дарить им никого нельзя, да? Получается, бежать почему-то с ним он не может. А почему ты не можешь с ним бежать, Кратос? Было бы очень здорово, если бы ты с ним бежал. Боюсь, что потом Кратос мне не ответит.
Здесь взглянет грозно. Опа, что там у нас? Что-то так сделано, что я должен еще вот этих тварей спать. О, неплохо, там сундучки у нас с полезными штукенцами. Прокачали. Отлично. Ну, это, правда, не до конца, это первая степень прокачки. Но... хоть что-то. Что, все? Туман развеялся? Или что? Странно. Морфеус побежден. Это? Похож на саблезубого тигра из ледникового периода. Может, это Морфеус есть? Трофей заранее дали, что я его победил. Так, где там наша магия? Ты у нас попался. Есть. Так, а что подойти-то? Что-то я потерялся. Все дела. А о, вот тут что-то ломаться. Отлично. Ну знаю, знаю. Ступил. Будет. Что, залезть можно? Отлично. Так, что мы имеем? Какие-то рычаги. Храм Гелиуса. А, Гелиус. Задание там у него какое-то более... огромный, то есть более серьезный, чем он мог себе представить. Если вы можете вспомнить God of War 3, то Кратос Гелиосу ноги отрезал и забрал его сандалии. Ну, потом, значит, будет, спустя много серий, ну как бы. Все же смотрели игрофильм на нашем канале. Так, ну а тем временем. Так, а что тут у нас? Shrine of the Fire Steeds. Не знаю, как переводится. Какие-то небесные ветра, которые сушат солнце, чариота. Чего? Солнце года Гелиуса. Короче, не знаю. Пора сохраняться, друзья. Надеюсь, вам вот серия понравилась. Пишите комментарии. Делитесь видео ВКонтакте, в других соцсетях. Благо это YouTube это позволяет. А
с вами был Раштанидзука. Всем удачи, всем пока!